Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Мой сегодняшний наряд дня. Ничего не могу поделать. Это просто какое-то безумие. Хочется носить открытое. Хочется носить декольте. Хочется носить открытые плечи. Хочется подчеркивать свою 80-сантиметровую волшебную талию нормального человека. Здорового практически. И вот такой вариант, просто обалденное, практически балетное платье совершенно сумасшедшего розового, прирозового цвета. В принципе, розовый цвет, он вполне себе мой. Я очень даже... Был у меня период в жизни, когда у меня вообще все было розовое. Ну, это было в начале 2000-х годов, когда было розовое безумие вообще везде. А, и вот мой этот розовый костюм, и как раз из тех времен. К сожалению, он еще мне вот здесь вот не застегивается. Сюда идеально, конечно же, вот эти кеды белые. Ну, сумка уже как-то так вот, не знаю, ну, что есть. Может быть, даже рюкзачок сюда больше подойдет. Но мне почему-то вот не хочется вот это вот все носить, вот это на плечо закидывать, вот там куда-то там закидывать. В общем, короче, не хочу. А, в принципе, сюда бы хорошо был бы этот самый еще корректирующий бюстгальтер, но, в общем, короче, я еще и бюстгальтер сюда не надела. Хочется чувствовать себя совершенно свободной. В общем, короче, вперед к природе. Вот так сейчас я, короче, иду гулять, но у меня дела, у меня там еще кое-какие вопросы серьезные нужно решить сегодня, неотложно. Ну и, конечно же, нашагать 10 тысяч шагов. Вот такая я красота неземная вообще. Люблю себя любимую, если еще никто, кто-то не догадался. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Привет, привет.